В доме на улице Мира 51 46 квартир. В нем администрация выкупила 3 жилых помещения. 2 из них будут переданы детям-сиротам. Приобретено жилье за счет средств окружного бюджета. Новоселы получат ключи на следующей неделе, сразу после своего 18-летия. Особенности нового дома заключаются в том, что в каждой квартире здесь установлен индивидуальный газовый котел отопления, что поможет существенно сократить затраты на коммунальные услуги. По поводу стоимости. Здесь 218 кубов, 300 рублей в месяц отопления за 3 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь. 300 рублей. А вы водите куда в жилище? Просто. Нет. Это кислород поступает, а дымоход у нас у каждого своя бумажка. По адресу Менделеева, 33А, ввели в эксплуатацию дом на 74 квартиры. Администрация города выкупила 13 жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов. Это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Еще 35 будут приобретены до конца года. Этот дом прям показательный. Можно водить застройщиков, показывать. Мне этот дом понравился очень все. И планировки удачные, и отделка на уровне. В общей сложности в городе построено 4 дома, 2 еще не сданы. Значит, у нас остался не сдан дом в Авалоне, на Чкалова, 7/2. И на Монтажников, вот где мы сейчас были с вами, тоже один дом готовится в первом квартале под сдачу. Напомню, что приобрести квартиры для переселения горожан из аварийного жилья удалось благодаря выделению окружной субсидии на условиях софинансирования из местного бюджета.